Всем привет, с вами Настя из Диномамы, и сегодня я покажу вам зимний комбинезон для малышей серии Lassie Tech. Эта серия отличается повышенными показателями водонепроницаемости, а именно 5000 мм, и основные швы у комбинезона проклеены для дополнительной защиты от влаги. Моделька это унисекс, есть расцветки как для мальчиков, так и для девочек. В комбинезоне 180 грамм утеплителя. Малышам такая моделька подойдет на температуру от плюс 5 до минус 10 градусов. Когда на улице станет холоднее, стоит пододеть что-нибудь тепленькое. Давайте посмотрим подробнее, что есть интересного. Капюшон отстегивается с помощью кнопок, по бокам стянут небольшой резинкой. На капюшоне светоотражающие полоски, внутри мягкая подкладка. Рукав реглан, манжеты на резинке. Внутри мягкая флисовая подкладка. Удлиненная молния с заходом на одну ножку. Карманов здесь нет, малышам они в принципе и не нужны. Светоотражающая полоска, манжеты штанин на резинке. Прочные силиконовые штрипки, которые можно отстегнуть с помощью пуговицы или перестегнуть на другой объем. Защитная планка молнии на кнопках или пучке. Молния с защитой подбородка от защемления. Внутри мягкая подкладка по воротнику и по спинке. Дальше в теле, ножках и грудке подкладка гладкий полиэстер. Есть петелька, этикетка, где можно написать данные ребенка. Никаких утяжек и регулировок внутри нет. Сзади также можно увидеть, что капюшон отстегивается. Рукав реглан. Светоотражающие полоски, светоотражающая эмблема Lassie, по линии талии небольшая резиночка. Как я уже говорила, швы проклеены для дополнительной защиты от влаги. На брючках также светоотражающая полоска. Вот такой замечательный, яркий и теплый комбинезон для малышей. На этом, пожалуй, все. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinomama.ru. Спасибо за внимание.